Всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, Стас. И сегодня на долгожданной распаковке Ведьмака 3, Дикая Охота. Но многие, я так понимаю, ждали эту игру, и не зря вот дождались на PlayStation 4. И давайте же посмотрим вначале ее офигенный кусочек трейлера. Итак, оставайтесь с нами, потому что это издание очень интересное, это обычное издание, здесь куча всяких дополнительных материалов, я сам не ожидал такого, когда купил эту игру. И давайте же осмотрим ее лицевую сторону, это, как вы видите, надевающаяся такая коробочка сверху. И что же у нас входит как дополнительные материалы к этому изданию? Это книга «Вселенная Ведьмака», которая поясняет вообще, что происходило до этого и что вообще там было с Ведьмаком. Это карта игрового мира, интересная достаточно карта, лучше, чем в GTA. Диск с саундтреком, что я точно не ожидал увидеть, это диск с 32 песнями. И набор наклеек в виде волчьей головы. Так, вставайте со мной и посмотрим. Как вы видите, здесь горделивая надпись, то что это лучшая вообще игра на Земле. Здесь вот эти надписи, но сейчас мы достанем обычный диск и посмотрим. Так, вот так вот выглядит эта коробка, вот так вот выглядит диск. Обычный диск с кучей всяких дополнений к данной игре. Кому интересно, что здесь написано, можете остановить, безусловно, прочитать. Я это никогда не читаю. Такие вот здесь красивые картинки. Ну и под традиционно давайте пробежимся по характеристикам к этой игре. Это один игрок. 35 гигабайт устанавливается на PlayStation 4, устанавливается не очень быстро. DualShock 4, телевизор 1080p, можно с PlayStation Vita в туалете играть. 18+, безусловно, это уже более такая взрослая игра, и что я там делаю, я не понимаю. Здесь у нас Геральт, скажу сразу, в предыдущей части 2 их было, я не играл ни разу, ни одной минуты. И вот эта часть для меня стала таким открытым. Здесь у нас по обычаю лежит диск, я, кстати, достал с PlayStation. И вот тут у нас куча всего, это реально куча. Первым делом у нас от CD Projekt Red, польской студии разработчика этой игры. Приветствуем тебя, дорогой геймер. Тут вы можете остановить, прочитать. Еще приятно, когда ты покупаешь игру за, сколько там, ну, 3500 рублей, и тебе дадут такую, типа, благодарность, спасибо, что потратили свои деньги, там, боже мой, мы вас любим, играйте с удовольствием. Вот приятно, когда разработчики, вот запомните их, уделяют такое внимание к игрокам. Дальше у нас идет просто каких-то гигантских размеров. Но она не, даже не такая гигантская, как качество ее сделано. Карта, это карта Королевств Севера. Здесь у нас Ведьмак. Королевств Севера, вот мы ее открыли. Здесь такая реально хорошая карта. Впечатляет, знаете, что вот прорисовка вот этих всех деталей в карте, она выглядит действительно очень внушающе, такая доверие, типа вот. Вот смотрите, все такие персонажи, вот очень красиво так вот. Сразу погружает в атмосферу. И с, вот с этой стороны. За такие игры напишите мне, пожалуйста, что это означает. Вот такая вот печать. Так, карта присутствует в комплекте, можно куда-нибудь на стену себе повесить. Но это еще далеко не все, ребят. Вы сами сейчас офигеете, сколько здесь еще всего. Дальше у нас идет такой компедиум по вселенной Ведьмака. Ну, как назвали, интересно. Здесь у нас, как я понимаю, собака или локоть. Книга вообще, они не поскупились на печати. Здесь код нельзя показывать. Содержание книги. То здесь я ее почитал, мне она была такая, ну, достаточно полезная. Волк, да, вот школа волка. Здесь описывается, что было из-за этого. До этой части, что вообще произошло, там это сдвиги какие-то. В общем, тоже код нельзя показывать. Ой-ой, кто увидел? Никто не увидел, надеюсь. Всякие сдвиги. Книжечка идет в комплекте, сколько-то 16 страниц получается. Дальше у нас идет руководство пользования. Но это уже не такая интересная книжечка. Думаю, еще какой-то код. Идет и идет. Дальше у нас интересное, это диск. Диск с музыкой из игры. Это обычный MP3 диск. Вот здесь вот вся музыка перечислена. Музыка в игре, ребята, ну реально очень завораживающая, интересная, создает атмосферу. Я в игру поиграл где-то часик. Ну, как сказать, такого жанра игры я не люблю. Но вот сама игра мне достаточно так сильно понравилась. Буду дальше проходить. Вот не знаю, хватит ли мне терпения пройти ее полностью. И дальше самое, наверное, интересное, это наклейки. Прикиньте, ребят, в обычном издании идут вот обычно вот такие вот очень занимательные наклейки.
По-моему, прекрасно, да? Вы тоже считаете, что прекрасно. Вот эта вот вся вот такая вот большая коллекция была. То, что шло с Ведьмаком. Третьим уже, получается, это заключительный Ведьмак. Столько всего интересного вы получаете за 3590 рублей. А с вами был, как всегда, Стас. Подписывайтесь на меня в Твиттере, там вы узнаете первым в Инстаграме, что у меня новое появилось и когда будет распаковка. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые распаковки. Их будет очень много. А с вами был Стас. Всех люблю. Как всегда, люблю. И пока.